takie nóżki w naszej komnaty. Nasza komnata. To jest bungalow. Сейчас я покажу ее внутри. Красота необходима. Полоскать свои ножки, чтобы не нести песок в комнату. Вот заходим в комнату. Это наша комната. Кровать. Здесь немножко убрали вот эту вот сверху вот этот балахон, потому что нам мешал. Как ее называют, не знаю. Вайер мы называем ее. Она мешала просто, не чувствую его ветер у нас. Здесь вот этот вот балкон назад там. Никогда не слежу за порядком. Дома хватает следить за порядком. Нужно все лежит как попало. Шкаф открытый. Здесь еще какой-то диванчик, что ли. Комната достаточно большая, нас очень устраивает. И там вот этот вот весь островок. Мы сидим где-то вот здесь, с этой стороны. Здесь просто, если в случае пожара, эвакуации, где? И сюда. А здесь вот идет отдельный вилли, который они на воде. Здесь мы снорклан и рыдаем. Я опять выхожу наружу.